рукой, может быть? С рукой? Остатки после сборной. Понятно. Друзья, смелее. Как играется против Северстали? Ну, матч сегодня был не очень, так сказать, выиграли еле-еле. Ну, хорошо, что победили. Ну и хорошо, что Евгений забил гол, похоронил Северсталь. Как вы думаете, тяжело ему это далось? Забить гол? Ну, свои. Ну, я думаю, он обрадовался. Сложилось впечатление, что, в принципе, наказали Северсталь за некую самоуверенность, которая, сравняв счет и получив большинство, тут же взяла тайм-аут. Ну, с трибуны показалось, что хотят добить СКА. Не сыграло ли это злую шутку с ними? Сначала они нас наказали за самоуверенность, сравняв счет. Ну, а потом, не знаю, возможно, так и было. То есть команда как-то самоуверенно стала играть, да, после того, как вышла вперед? Ну, нет, просто мы всегда уверенно играем. После матча с Локомотивом Ялагин говорил, что такие эмоциональные проблемы у команды. Как сейчас настроение? Удалось ли поправить? Ну, немножко удалось, но все равно игры пока хорошей надо ждать, видимо. Надеюсь, в следующей игре мы будем играть здорово. Но хорошо, что выиграли, еще раз повторюсь. Вадим, у вас какие-то чувства остались еще к Северстали? Конечно, это моя родная команда, в которой я сыграл много лет. И всех ребят почти знаю, там тренерский штаб есть. Сегодня с утра много с ними разговаривали, смеялись, улыбались. Но в игре они противники теперь. А есть какое-то объяснение, почему не удается нормально сыграть в большинстве уже, который матч? Пока не знаю. Видимо, расслабляемся, когда получаем большинство. Думаем, что соперника 4 человека стало, и мы легко забьем гол. Тренера говорят, что не надо так думать, но пока не получается. Что вообще, как вам кажется, Вадим, есть какой-то некий кризис у команды после Евротура, вот откуда-то непонятно взявшись? Не знаю, забиваем очень мало голов, это не похоже на команду. Все об этом говорят, все пытаются это исправить, но вы сами видите пока 2 гола. В следующей игре, я думаю, будет больше. Вы имеете в виду, когда говорите, все об этом говорят пресса, или вы в команде об этом зачем говорите? Нам пресса? Мы говорим об этом в команде с тренерами, а пресса, читаем, да? Пресса также говорит про нас. Вадим, Илья Ковальчук не может забить уже сегодня 6-й матч. В связи с этим как-то больше на него стараетесь играть? У тебя видели сегодня, в пустые ворота отдавал Илья. Но не получилось забить гол. Забьёт в следующей игре гол, обязательно. Спасибо, он наш капитан, лидер. Спасибо всем. Спасибо.